Всем йоу, чуваки, с вами я, Панда FX, и у меня для вас сегодня отличная новость. Хотя для кого-то может не отличная, кому-то может вообще поебать, но факт остается фактом. Я сделал Элиту 2. Я не знаю, как такое возможно, не понимаю, при каких обстоятельствах и на какой планете должны были сойти звезды, чтобы я добился такого результата, но я это сделал. 32 победы, пацаны, кто бы мог вообще предположить, что я на такое способен. Даже я сам от себя такого не ожидал, но факт остается фактом. Я это сделал, и я пиздец как доволен собой. Вот это пресс. Разве это пресс? Вот это пресс. Делай ставки и побеждай. Покажи настоящий пресс. Эффект 1xbet. Зашел, поставил, победил. Но я более чем уверен, что в следующий раз вряд ли у меня такое получится. Там и команды, собственно, другие уже будут в будущем. Там как-никак монеты фармятся у пользователей, и составы будут сильнее. Ну, я, блин, видимо, как-то был настроен определенно. Вот реально сомневаюсь, что я когда-то смогу повторить такой же результат. В общем-то, смотрим на список моих друзей. Кефир сделал 37, ну, с ним все ясно. Это вообще робот ебаный. Финик 29. Почти как у меня, Ставр 26, ну и остальные ребята там, Акул, да, 19. Ну хотя для Акула 19, мне кажется, тоже довольно-таки неплохо. Самый прикол в том, что я могу сделать даже месячную элиту, 97 побед. У нас остается 2 недели, и вполне вероятно, что я смогу взять элиту 3, или возможно даже элиту 2 за месяц. Составчик мой выглядел вот таким вот образом. В начале матча, собственно, серебряный бич уходил. На его место вставал Криштиану Роналду. И на левый фланг я выпускал Марсиаля, который, кстати, мне выпал в бесплатном паке. Да-да, те самые паки, пацаны. Вот ваши отзывы очередные за то, что я предоставил вам такой уж метод. Теперь, блять, обмен золотом ассоциируется только со мной. Блять, открыл нахуй Америку. Кстати, в сегодняшнем выпуске будут эти пакетики. Поэтому, кто любит пакетики, досмотрите до конца. Пару слов о моем составчике, собственно. В основном я играл по схеме 4-3-3, но иногда перестраивался на 4-2-1-2, собственно, с двумя напами. Криштиану безумно крутой, лидер моей команды. Он меня тащил просто в таких адских моментах, что я просто охуевал от жизни. Там бывало 3-0 проигрывал, мы камбэчили со счетом 4-3. Вильямс и Марсиаль, два очень крутых фланговых нападающих. У них сила там под 80. И, собственно, в этой игре очень много решает корпус. Поэтому очень частенько они тоже меня вытаскивали, собственно, по стати. Вы можете понять, что они очень крутые. Три моих центральных полузащитника, Горецко, Блан, Матюиди, тоже великолепно отыграли. У каждого стата тоже очень крутая. В принципе, по голам и голевым ассистом вы можете это понять. Сандра, Вейзер. Сандра вот заебись, а вот Вейзер иногда бывал проебывался. Но все равно для своей позиции, для своего ценника он был очень крут. Ну, типа, другого персонажа просто нет на его позицию. Кимихом, ну, играть, ну, это уж такое себе. Келлини практически вопросов нет, а вот Буатенг у меня частенько проваливался. В принципе, в этой игре, блядь, практически все центральные защитники так или иначе творят дичь. Поэтому, типа, особо агриться на него не буду, но этого парня я поменяю. К следующей Викинг-лиге у меня уже будет другая команда, и, возможно, я делаю что-то неправильно, возможно, стоит команду эту оставить, так как она меня затащила и подарила мне новый рекорд, но играть одними и теми же пацанами, ну, не очень весело, скажу я вам. Так что, пацаны, я надеюсь, что мой результат будет не хуже, ну и, собственно, в ближайшее время ждите паки за Элиту 2. Ну и пойдемте откроем один из паков, не буду же я просто записывать ролик, где я просто пизжу о том, какой я охуенный. Ну, типа, да, я охуенный, как бы, сделать 32 победы, это, конечно, пиздато, но и паки открыть никогда не будет лишним. Погнали, промо-паки, говорю, эти, обмен золота, и сразу же дверцы меня встречают с первого же пака, испанец СП Арсенал, и это Касорло. Прикол в том, что Касорло у меня уже непродаваемый есть, а это значит, что мне придется его фиксельнуть. Мне упал Вулшер, который у меня тоже есть, блять, уже бесплатный. Отлично, пока просто все фикселим. Пока тут пакетики открываются, хочу вам сказать, что я скоро переезжаю, ну, собственно, не в другой город, а в другой район, ибо жить на этом районе мне немножко заебало. Ну так вот, это такая дичь, пацаны, вы просто не представляете. Сейчас это все собирать, все перевозить. В общем, я безумно ненавижу переезды и надеюсь, это поскорее закончится. Так, Ваняма мне выпал 82, в принципе, для моей бесплатной АПЛ-очки подойдет. И Бен Арфа. Так, окна, пацаны, смотрим, кто же... О, Информ, нихера! Бесплатный Информ, Хорватия, ну, это такой, да. Блядь, Информ, 84 рейтинг, он еще и уолкаут. Я вот даже не знаю, радоваться ему или нет. Если бы он был бы на месте какого-нибудь Цапника, то да.
Ну, а так, в принципе, неплохо. Типа, для какого-нибудь СБЧ поставить, мне кажется, вполне-вполне. Дуглас Коста, пацаны, это один из лучших игроков, которым я играл в этой части FIFA. 82 рейтинг, и он стоит денег. 25 тысяч, пацаны. Мне кажется, это вполне-вполне неплохо. Но мне обидно его статус сливать. 74 матча, 23 гола, 26 ассистов. И теперь, блять, у меня нахуй вопрос такой в голове сидит. Продавать его или нет? 84 рейтинг. Ну, пойдет для какого-нибудь СБЧшника. Ну и, собственно, последний пакетик за обмен золотом. Воу-воу-воу, тише, фиолетовое. Так. Сука, зачем меня так пугать-то? Сила 99. Ёб твою мать, ты кто такой вообще? В общем-то, пацаны, вот такой вот выпуск у меня получился. Спасибо всем огромное за просмотр. Элита 2 у меня в кармане. Всем киберспортсменам привет. Пакетиками, в принципе, я доволен. Это, конечно, не Игуаин и не Сандро, но, в принципе, для СБЧшек сойдет. С вами был я, PandaFX. Ставьте лайк. Всех люблю, целую. Всем покедова.